Всем привет! Сегодня мы снимаем обзор игры Sprite Sea. Если честно, сам не знаю, как в нее играть. Ну-ка, раз. Апгрейд. Старт. Улучшение. Всегда с первого раза получается. Такие орбиты космические летят. Нужно уворачиваться от них и лететь за стрелочкой. А чтобы остановиться, нужно подобрать вот эти такие штуки. Как энергетическая зарядка. Ну-ка. Будет. Вот так вот. Каждый раз нужно менять. А я сам. Апгрейд. Так что так, тут нечего. Ну-ка, язык. Я не знаю. Я не знаю.
коты получается. Вот так вот. Старт. Так он будет лучше разламываться. Я сам не знаю, чего тут нужно добиваться. Просто смотрим. Так вот. Хорошо, чтоб еще и сзади была пушка. Не знаю, как мне побеждать. Наверное, просто летаешь себе, дерешься с врагами. Так, сначала так вот оно улучшается. Кажется, пушка по-своему выглядит. Поэтому. Можно уворачиваться от этих космических самолетов. Боже, так попробуем. Так еще хуже. Нет. Так буду вообще отлетать. Лучше вот так вот. Так я буду отлетать. Так, это сюда. Сюда, это сюда. Так, еще наоборот. Как-то глупо я сделал, что вот так нацепил. Даже вот так вот. Ай, ай, ай. Это вот сюда, это сюда. Посмотрим. Никак ракету не могу уничтожить. Я не знаю, зачем она вообще тут. Бомба, бомба, бомба.
так. База переместилась в другое место. Уже не лететь. А всегда нужно летать. Кто? Ой, мой лазер не улетел. Еще одно тело. Ладно. Еще одно будет купить. Еще одно тело. Еще один лазер вот так вот и обогреет это за 300. Ракетный сугоб. Ее придется собирать. Просто супер. Теперь летает какой-то космический корабль. Тут похоже теперь чем-то на корабль космический. Ой, ай. Ой. Уже уворачивался от этих ракет. Ну, вот здесь так. Мешает. Так. Нужно еще добавить вниз какую-то пушку. Например, вот эту пушку. Открыть.